Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Болотная атака 2. И у нас с тобой 13-я миссия. Ну что, будем играть за Джо. Бригада лесорубов. Вот так называется миссия. Ого-го, бобер-монстр. С бензопилой. Так, ну давай, пройдоха. Посмотрим, кто... Так, комары. Пошли прочь. Так, ну, с крокодилами все у нас понятно. Так, это усиленный. На-ка. А? Как вам нравится, так комарье. Москиты лезут, они, понимаешь, мне тут. Да что ты там со своей перезарядкой-то, господи. Давай бомбим крокодилов. У нас есть с тобой определенное количество времени, да? И мы должны здесь успеть все это забомбить, при этом еще и получить кучу бонусов. Так. Еще это полпути только. Это только полпути. Времени у нас мало. Бросаем. Ну. Давай, давай. Эй, москиты, москиты. Да чтоб вас, отлично. Выстрелом сразу двоих. Последняя волна. Петушара прокукарекал. Значит, все, ребят, действительно последняя волна. Ну. Ох. Я думаю, в чем проблема? Смотри, у нас здесь бобры-то эти. Тоже идут в защите, в шлемаках. Но Джо-то плевать, в чем они там идут. Расстреливает всех налево и направо. И бонус за идеальное здоровье. Но меня больше интересует, да, мы получаем с тобой. И копилка полная у нас. Так, три карточки здесь. Так, бонус за серию побед. Плюс 11 монет. Да ладно, дядя Волосач у нас пропоится. Сварщик тоже. Я хочу именно Волосача прокачать. Заходим в семью. И вот здесь. Сколько он стоит, интересно, по прокачке? Подожди, ты играй. Ну, играй. Так, подожди секунду. Мне нужно 5 монет. Окей, жалко тут не показано. Жалко здесь не показано, сколько он наносит урона. Но бронежилеты у всех есть практически, да? Вот что нужно сделать для того, чтобы улучшить? Или мы поднимаем уровень, и это у нас автоматически улучшается. Как бы такой вариант тоже может быть, согласись. Так, ну я пока возьму, наверное, все-таки Джо нашего. Потому что, ну, он считается как бы у нас самым прокачанным. Тем более у него есть сердечки. Ну что, переходим с тобой на 14-ю миссию. На 15-й, судя по всему, кого-то нам дадут. Возможно. Ну что, Джо, готов? Прочь с дороги. Трындец, это дерево вообще не в тему, ты посмотри. Специально что-то так сделали? Блин, ребят, это дерево меня отвлекает. Эй, началось тут у нас, ребята. Трындец, специально это дерево поставили, да? Чтобы я не видел, что там происходит. На тебе, лашпен. Комарье, пошло прочь. Замечательно. Так, давай его здесь тоже нахлобучим. Хе-хе-хе. Бобры. На гранату, жуй. Опять дерево. Ну видишь, тут такие, как тебе сказать, в игре уже эффекты. Типа, как будто мы с тобой смотрим со стороны леса. Так, петушара проорал. Вот мне не видно. Именно это дерево мешает. Но это специально, это задумка такая разработчиков. Сделать вот такое вот новшество. Я, в принципе, не возражаю нисколечко. Вы достали там бомбить уже. Хоть оно, конечно, и мешает, это дерево, но дает свою изюминку. Так. Слушай, ну на этот раз очень было сложно. Да посмотри, сколько они оставили мне здоровья. Я не знаю, ребята, сможем ли мы вообще пройти на 3 звезды. Ну-ка. На 2. Чуть-чуть не хватило до 3. Блин, то копилку еще как-то нужно. Ох ты, смотри-ка. 5 карточек. 40% бонус, я не могу понять, бонус в чем заключается? 36 монет. Тормоз Джо, дядя Волосач и сварщик. Ну так это прикольно. Я могу прапать Волосача. Давай мы это сделаем. Сколько он потребует? 10 монет, не так уж и дорого. Так, опять он со своей отрыжкой здесь, а? Так, ну-ка. Взяли из приюта. Самый умный парень в семье. Хотя и не признает бритвы. Самый умный парень? По нему не скажешь.
Нам бы, конечно, желательно накопить 100 монет и пропать нашего Джо. У нас должно будет что-то открыться. 100% тебе говорю. Так, ну что, у нас 15-я миссия с тобой наклевывается. И здесь, видимо, получим нового персонажа. Видишь, яйцо лежит. Сначала курица, потом яйцо. Защити куриц. А, яйцо — это, ребята, этапы, где мы с тобой должны защищать куриц. Так, тихо, комарьё летит там, понимаешь ли. Хотел сказать, сейчас динамитик брошу. Ага, динамитик-то у меня и нету. Оу-оу-оу-оу, тихо, не по курицам бомбят. Ну-ка. Блин. Да ё-моё. Да давай ты, динамит. Йо, жестко. Я серьезно говорю, жестко. Блин, и этих надо бомбить. Смотри, прям из-под носа вылазит, а? Так, комара еще мне тут не хватало. Бросаем динамит. Оглушили, оглушили. Нет, ну нам главное, чтобы курицы выжили. Так, последняя волна, ждем. Ждем, друзья мои. Так, этот с аркебузой тут стоит, да? Давай туда запульнем. Вот пока он оглушенный, это нам на руку. Так, мы плывем с тобой дальше. Бонус за идеальное зарубие. Окей. И есть контакт. Блин, ну как же мне эту копилку-то вскрыть, а? Три карточки. Так, 20 монет. А? Дядя Волосач. Так, ну мы с тобой двигаемся дальше. И, кстати, смотри, у нас 16-я миссия. И вот, я не знаю, откроется ли она нам. Или спустя вот это время она откроется. Посмотрим, да, короче, когда дойдем. Поехали. А, не хватает, ребят, не хватает. Тогда нам надо взять дядю Волосач. Наводнение. Давай посмотрим. Ага. Классно наяриваем. Но врагов что-то многовато. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй, муха, вали. К ядрине фени. Блин, отстреливайся, отстреливайся, Волосач. Успели, фух. А смерть была так близка. Ну. Так, у нас есть бомба. Давай ты. Он долго перезарядку делает. Вот что я понял. Так, бросаем. Ага, критический удар. Так, еще бросаем. Не жалеем. Пускай они там горят. Последняя волна. Нафиг этих комаров. Так, 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 бросай, 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 бросай. Пускай поджариваются эти черепахи. Слушай, ну шикарно. Бонуса, конечно, нам, наверное, не светит, но мы прошли довольно неплохо. Ну-ка, проверим. Идеальное, да, прохождение у нас. Так, бонус. И давай смотреть. Так, монет 10 штук. Так, на сварщика. И опять же на волосача. Одну карточку дали. Слушай, может быть, нам сварщика прокатить? Нет, будем копить с тобой деньги. Ага, смотри. Монетки. Сварщик. Тормоз Джо. Дядя Волосач. И давай редкое что-нибудь. Нет, энергию только дает. Дай новую карту мне. Хренушки. Сказали, перебьешься. Так, а что я могу улучшить? Ага. Волосача могу. Ой, волосача. Конечно же, сварчика. Так, подожди, я хотел его прокачать. Норм. Ну, давай четвертый уровень тогда. Че уж там. Не стесняйся. Так, значит, самый прокачанный — это у нас с тобой Джо, да? Он у нас какого? По-моему, 4 уровня, да? Нет, 5. Он 5 уровня. Так, сварщик 4 и дядя Волосач 3. Сердечек 0, поэтому будем с тобой играть за сварщика с его автоматом. Ну что, мы с тобой переходим на 16-й, подожди-ка, 17-й уровень. А где же тут боссы? Неужели боссов нету? Да нет. А, наверное, вот когда мы дойдем до 50 уровня. Трындец, тут столько. Это еще зима тут будет. Так, а тут почему-то 35 уровней. Ну, ты видишь, игра еще, ребята, будет
И, соответственно, это что, Россия, Москва, что ли? Я не могу понять. Как бы дополняться. Потому что, видишь, еще не все сюда включили. Но нам пока и этого хватит, на самом деле. Ну что, поехали. 17-я миссия. Сварщик со своим автоматом. Бомбезна называется. Выдра. Твою ж налево, я помню. Помню эту выдру. Ну давай. Да ну. Что такая жесткая-то? Давай, 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 нахлобудь. Блин, вот по мухам, конечно, это трындец, ребят. Так, дай-ка я брошу. Пускай горят. Куда ты, куда ты отступаешь? Найс. Так, комарики на воздушном шарике летят. Бросаем, бросаем, ребят. Нисколечко не жалеем. Сразу же атакуем. Как только есть такая возможность, бросай сразу бутылку, и будет тебе счастье. Потому что иначе они бросят свою бомбу в тебя. Так, петушара пропел. И эти что-то активировались. Догорите вы в аду, господи. Эх, бросил засранец эту свою бомбочку. Но, тем не менее, я считаю, что мы неплохо прошли. Повреждения получили, да, не спорю. Но бонус-то полный. Блин, как мне эту шкатулку вскрыть, а? Угу, монетки, сварщик и Джо. Одна карточка. Кисло, я хотел бы получить намного больше. Что же вот это такое, а? 40%, плюс 40%. К чему, к опыту? Или к чему это? Не пойму. Значит так, у нас 18-я миссия с тобой. Два сердечка еще есть. Так что... Подожди-ка. Блин, ни конца, ни края. Хотел только посмотреть, что у нас там со свинкой. О-о-о, бобры. С этим какого? С огнеметом. Точнее, с каким огнеметом? С бензопилой. Ну, где вы там? Так, давай бросать. Слушай, он жесткий. Этот бобер. Бросаем, бросаем, бросаем. Хорек минус. Этому надо вот плюнуть было, а? Посмотри на него. Последняя волна, говорят нам. Петушара пропела. Так, бросай, 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 бросай. Не стесняйся. Закидывай их коктейлем Молотова. Чтобы им было неповадно. Где-то там черепаха. Специально, да, это дерево поставили, чтобы я не видел ее. Хе-хе. Отлично, но бонус за здоровье 2000, потому что немножко урона нанесли. А здесь идеально все. Блин, полное. Давай смотрим, что нам тут выпадет. Так, монетки. 4 на Джо и... Блин, одной карточки не хватило. Дайте мне нового персонажа, я хочу посмотреть на нового кого-нибудь еще. Так, полное. Накопи 40 самоцветов, чтобы разбить свинью. 40. И дадут мне 100 брюликов, что ли? Надеюсь на это. Слушай, вот смотри, вот это вот что такое, ребят? Вот видишь? Нам, скорее всего, надо будет 150 собрать, чтобы перейти на следующий этап. Иначе нас отсюда не выпустят. Вот что мне кажется. Ну что, 19-я миссия. Давай, поехали. У нас одно сердечко еще осталось. Мир жесток, говорят нам. И с этим невозможно не согласиться. Так, это кто-то... Ах ты, с аркебузой. Не видно из-за тумана этого. Видишь, они откуда появляются. Специально этот туман здесь сделали. Давай, 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 давай. С аркебузой этого крысеныша мелкого. Так, бросаем. Конечно, конечно, куда бежишь-то? Охламонка, старая тортила. На тебе. Бросаем, ребята, сразу. Хоба. На опережение, так скажем, да? Так, давай, 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 давай. Накапливай, накапливай, накапливай. Накопили, бросаем. Неплохо они, кстати, горят.
И вот этот вот подствольник мне очень нравится у нашего сварщика. Когда он бомбит, у него патроны заканчиваются, он из подствольника стреляет и оглушает на несколько секунд наших врагов. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй, куда разогналась? Ты посмотри на эту тортилу, а? Бумс. И черепаха последняя осталась. Хух. Нормуль. Ну да, повреждения, конечно, колоссальные. Зато здесь на 3 звездочки. Так, опять старый ящик. Монетки. Чуть-чуть не хватает и... Блин. Короче, нам нужно с тобой одна карточка для Джо и одна карточка для Волосыча. 20-я миссия. Понятно, сварщик тоже отыграл свое, остается дядя Волосач. А миссия у нас с тобой 20-я. Ну что же, давай... Ох ты. А это что такое? Что это тут? Ты смотри-ка, а? Труба какая-то, они... Эй, хорош! Прямо из-под носа у меня влазит. Эй, эй, эй! Блин, саркипуза еще там бомбит. Комары летят. На тебе. Так, бросаем нафиг бомбу. Ты посмотри, посмотри на крокодилов. Совсем оборзели. Не, ну так нечестно. А кто сказал, что будет честно, да? Кто тебе об этом говорил вообще? О какой честности тут может идти речь? Так, опять, да? Давай бросим, что ли, я не знаю. Да, сейчас еще будет вторая волна, готовимся. Так, бросим, наверное, с тобой, да? Ну, вон, уже прут. Пока зеленый, но зато... Ага, легкие. Закидываем патронами. Последняя волна. Что-то нисколько меня это не тешит, что последняя волна. Так и думал, что я думал... Может, они не пойдут сюда? Угу. Как же не пойдут? И москиты еще летят. Давай, уничтожили. Что-то как-то дядя Волосач у нас, по-моему, дает здесь сбой. Музычка играет, я, конечно, все понимаю, но сбой идет. Ну-ка, есть. А тут на 3 звезды. Вот как хочешь, так и понимаю. Ох, шикарные ребята. Ну-ка, что еще нам? Дайте, пожалуйста, нового персонажа. Нет, дудки. Оу, Пеппер, новый персонаж. Ничего себе у него, ребята, смотрите, какие-то. Что это за оружие у него в руках? Хочу протестить эту Пеппер. Так, где она? Вот она. Ну, вначале повысим уровень. Да, нашему волосатому дядьке. Улучшить. Так, а с какого там уровня открывается? С 5-го. Погоди-ка, а что у нас открылось у Джо? Я что-то не помню, чтобы у него что-то там новенькое открывалось. Ну-ка, Джо, ты где у меня? Блин. Так делается вот таким вот образом. Джо, ну-ка покажи-ка мне. А, у Джо на 6-м открывается. Вот почему я не могу увидеть. Хорошо, тогда посмотрим, что такое. Что за Пеппер. У нее граната. Так, а что это за оружие? Хлебомет. Запах опасности с нотками аромата свежих гренок. Осторожно, горячо. А кто она сама по себе, а? Кто она по жизни? Племянница, работает официанткой, предлагает 2 вещи: бесплатный кофе и доступ к смертоносной кухонной утвари. Кто, она легендарная? Ну-ка, подожди. Ух, ты прикинь, это Лего, друзья мои. Так, а вот этот вот наш дядя Волосач. Смотри-ка, открылась новая фигнюха. Дядя Волосач у нас редкий. То есть Пеппер легенда. Ну что же, пора заценить эту легендарную тёлочку. Продержись 60 секунд. Выжил сильнейший. Тостерами, короче, ребят, забрасываем. Упс. Так, ну я тебе скажу, для первого уровня это очень обалденно. Строчит получше, чем тот из автомата. Хотя бы благодаря тому, что
этот хлеб намного, ну, патроны, как тебе сказать, намного больше. У сварщика они тонкие, да, и как бы тяжело контролировать. А здесь, как бы, я не чувствую какого-то напряга. Давай, бросай, бросай, бросай. Такая деловая, да, с хлебными тостами тут раскидывается. Так я не могу понять, она еще и поджигает, что ли, врагов, или мне кажется? По-моему, как будто бы она их еще и поджигает. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, меня вообще тут ребята прессуют. А как так я мог допустить? Ну-ка, что это за граната? Фух, я еле успел. 60 секунд продержался. И слава богу. Эх, бонус, конечно, не полный получаем. Жаль. Что нам тут выпадет? Так, монетки 13 штук. Дядя Волосач. Оу, пепер можем с тобой прокачать на второй уровень. Окей, а на каком уровне у нее открываются вообще новые способности? На 6-м. Оба, с бублигумом она, да? На 6-м. Как только мы с тобой бомбанем, ну, карточку, да, для Джо, конечно же, будем открывать. Прокачивать ему 6-й уровень и смотреть, что за новый скилл откроется. Ну, а у нас с тобой 22-й уровень, почему-то тут огнем все горит. Оказывается, монстры существуют. До вас только дошло, что ли? Мы тут пол игры деремся против этих монстров, а они говорят, оказывается, монстры существуют. Может, вам просто показалось это? Блин, ну мне нравится, что он... Она стреляет быстро. Долгая, конечно, перезарядка у нее идет, но она врагов поджигает. И вот это вот плюсик. Но меня что-то все равно как-то притесняет, если честно. Блин, это дерево, я не вижу из-за него ни черта. Блин, то ли враг сильнее стал, то ли я слабее. Не могу понять пока. Пока не могу понять. Так, это только пол волны, а у меня уже здоровья практически нет, ребят. Практически нет здоровья. Надо использовать почаще гранаты и все прочее. Так, комарьё, отвали. Давай, бросай, 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 бросай. Сразу же по несколько, я там, я не знаю. Так, ну. Ты с аркебузой, ты сейчас доиграешься мне там, а? Хорек мелкий, на, получи, выкусил. Вот так-то. А что вот это такое, плюсик? Восстанови здоровье и купи недостающий ресурс — оружейная валюта. Еще, какая еще оружейная валюта, о чем они? Не пойму пока. Оружейная валюта. Ух ты, 5 карточек здесь, ребята, 5. Денежка, сварщик. Вау, прокачка. Почти прокачка. И билетики. Слушай, ну давай посмотрим, что у нас откроется у Джо. Потому что у него на 6-м уровне появляется новая способность. Так. Соточку тратим. И что появляется у тебя, Джо? Кузен Рой, помощник. Ага, вот он, красавчик. Это как раз тот парень, который будет нам помогать против кого? Против москитов, естественно, ребят. Против москитов, которые тут летают и нервируют меня. Хотя, маленький вонючка. Скунс, ядрёна вож. Пшикает он мне здесь, понимаешь ли. Главное, сам себе нос заткнул, да? А где? А, вон, кузен висит. Висит у меня. На порожке, да? Посмотрим, как он будет нам помогать. Давай, 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 скунс этого. Ага. Ну, Джо у нас с тобой по прокачке самый топ в данный момент. Сильнее никого нету. Это пока. Но если брать по скорострельности, все-таки пейпер намного круче. Так, динамит готов? Окей, вот динамит, мне нравится, что он станет. И с этим невозможно не согласиться, согласись. Ага. Так. Последних ждем, последних, последних. Петушара прокукарекал, значит, пора в бой. Я, кстати, не заметил, чтобы наш кузен Рой хоть что-нибудь делал. Висит там мертвым грузом.
Может быть, если когда комарики будут подлетать, он что-то сможет сделать. Но я сомневаюсь, что комарики эти подлетят. О, бонус, идеальное здоровье. А здесь у нас что? И здесь тоже отлично. Так, три карточки, маловато. Лучше 5. Сварщик. Сварщика мы можем, кстати, с тобой тоже прокачать. А какой уровень он получит? По-моему, только лишь 5. Да, только лишь 5. А у него открывается на 8. А, нет, ребят, на 5. Ну-ка, смотрим. Что же у тебя, сварщик, открывается на 5 уровне? Ты серьезно? Тоже кузен? То есть этот кузен будет у всех? Я так понимаю, у тебя дядя тоже, да? На 5 уровне откроется кузен. Окей. Ну что, 24 уровень. Яйцо, опять кур? Подожди, 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 подожди. Я уже нажал поздно, поздно. Защити куриц. Блин, хотел же взять, ладно. Лопухнулся, лопухнулся, ребята, что я сделаю? Так, давай, 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 перезарядка долгая. Блин, и курицы слишком близко стоят, они до них, ребят, доплевывают. И очень быстро могут дойти. Ну куда ты летишь? Блин, где кузен, а? Кузена нету здесь. Ну, блин, давай уже стреляй, в конце концов. Ай-яй-яй-яй-яй. Трындец, короче, да? Сейчас меня тут раскручат. Но я так понимаю, мне нужно куриц все-таки защищать, а не себе. Поехала граната. Да чтоб тебе. Ну. Ну. Не хватает сил, не хватает терпения, ребят. Так, передняя курица вот эта вот может погибнуть. Причем довольно легко. Давай бросаем. Куда ты побежала, а? Старая тортила. Лежать, я тебе сказал. Ну, блин. Как ты меня достал со своей перезарядкой 3000-летней, блин. Фу. Курица, тебе повезло, я тебе серьезно говорю. Блин, нет, дядя Волосач, он, конечно, крут, все нормально, но... Слабовато, не дотягивает. Видишь, даже муха со мной согласилась. Не дотягивает Волосач по уровню. Вот и все. Так, ну что, 13 монет плюс... так, пейпер, по-моему, могу прокачать, да? Нам не хватало, по-моему, 2 карточки на нее. Сейчас посмотрим. Сейчас я посмотрю. Да. И она получает у меня 3 уровень. Окей. Так, скилл у нее открывается на 5 уровне. Ну, я больше уверен, это опять кузен Рой. Так, ну что, 25 уровень, поехали, ребят. Давай, 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 давай. Унесенные ветром. Так, тихо, унесенные ветром. Да ёпрасоты, блин, они уже... Нет, она стреляет быстро, но... По-моему, не хватает урона, ребят. Что ж вы так быстро-то ко мне тут подходите-то, эй? Гранату бросить, что ли, им туда? Граната оглушает. Оглушение, это, конечно, хорошо, но как-то очень быстро оно заканчивается. Эй-э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 й! Ты посмотри, сколько их тут. Перебор, перебор, ребята, перебор. Да блин. Да как так-то? Сейчас расколбасят, ребята. Первый проигрыш будет. Пум-пум-пум, бесплатно, окей. Дали мне бесплатный шанс, ребята, отыграться. Не знаю даже, что и сказать тебе по поводу Пейпер. Либо она слабая, либо враги слишком сильные. Пошли. Да давай ты добивай. Так, это еще не все, еще будет волна, блин. Бросаем, бросаем. Еще бросаем.
Они вроде бы горят, и в то же время почему-то получают какой-то маленький урон от того, что они горят. Хотя пепель стреляет довольно быстро. Я не скажу, что это медленный персонаж. Перезарядка, да, долгая, а в остальном все у него окей. Но я не знаю, может быть это связано с тем, что она сама по себе слабая по здоровью. Ну, такое может быть, кстати. Так, ладно, уровень 25 мы прошли. Три карточки мы с тобой получаем. Так, монетки. Джо Турмас и Пеппер. Но не может, согласись, легендарный персонаж быть таким ватным. Не может. Так, ну что, у нас с тобой 26-я миссия. Я возьму, наверное, все-таки Джо нашего. Вот, поехали. Сейчас посмотрим, как Джо будет справляться. Ой-ой-ой-ой-ой, опасные деньки. Вы бы еще ближе, блин, поставили ко мне эту трубу свою. Да ну, да еще и высунули бобра сюда, а. Так. Ой. Слушай, кузен Рой, ты там, я смотрю, хорошо так устроился. Ничего не делаешь. Балдеешь. Ты только против комариков будешь меня защищать? А против крокодилов вообще ничего не будешь, да, делать? Молодец, красавчик. Бесполезно на него кликать, он ничего, ребят, не делает. Просто балдеет лежит. Так, ну что же. Пока вроде бы нормуль идем. Давай-давай-давай-давай-давай. Разбираем. Динамит бросаем, сюда тоже бросаем. Еще один. И еще один. Петушара кукарекает. Ты отвали. Плот он мне бомбит, ты понимаешь? Ну, давай-давай-давай-давай-давай. Последние крокодильчики остались. Нате, жуйте, не обляпайтесь. Отлично. Ух. Шикарно. Бонус за... Ну, понятно, ребята. Тут все-таки нас подранили. Тут три звездочки мы с тобой получили. И сундучок. Обычный пляжный сундук. Так, бонус небольшой. Плюс монетки 13 штук. Дядя Волосач и идиот Джо. Это 26 уровень, да, был? А сколько здесь, по-моему, 50, да, на первой стадии? Да, на первой стадии 50. А на 30 каком? Получается, 32-м будет супер реворд. Ну да. Ну что, дорогие друзья, давайте, наверное, на этой ноте мы с вами закончим. Обязательно продолжим в следующей серии. Так что всем удачи и до новых скорых видосиков.